вступление Украины в ЕС в какой-то форме, я думаю, неизбежно. Там четкий тренд на сближение с Западом. Нужно ли это Западу? Я, кстати, задумываясь о судьбе Евросоюза, о этих тяжелых испытаниях, которые пережили в 2008 году, Греции там и так далее, думаю, что вообще, наверное, неправильный формат они выбрали в свое время. Если бы объединились, допустим, Англия, Германия, Франция, Бельгия, Голландия, Швеция, Финляндия и так далее, и Швейцария еще, вот это был бы настоящий Евросоюз. А то, что они туда набрали Грецию, Испанию, там, даже Италию, уж не считая там Румынии и так далее, Польши, Венгрии, это, конечно, наверное, я думаю, что все понимают, что это была ошибка. А сейчас еще брать Украину, на которой не так экономика, конечно, далека от стабильной, я думаю, что это будет ошибкой. А Украина будет всеми силами стремиться, то, что вот эти непрекращающиеся газовые войны, конфетные войны, каких там только нету, это все вот эти сейчас тысячи грузовиков на границе Украины и России, конечно, это свидетельство о том, что пути назад нету. Великое славянское государство уходит от России. Это, конечно, печально, обидно, потому что я часто бываю на Украине, и концерты, и вообще и люблю. Любимый город Одесса. И для меня это будет очень обидно, потому что все-таки это, конечно, реально, это не то, что братские народы, это единый народ. Ведь Русь зародилась именно в Киеве. Жалко, что все так получается.